Интересы детей нашего региона являются приоритетом и для правительства Тверской области, по инициативе которого уже не первый год реализуется одна из мер поддержки многодетных семей – выдача бесплатной школьной формы. В этом году более 27 тысяч детей из многодетных семей получат новые комплекты. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы многодетным семьям. Инициатором внедрения данной меры поддержки стал губернатор Игорь Руденя. Реализация проходит по национальному проекту «Демография». Решением главы региона существенно расширена категория получателей формы. Сейчас ее выдают всем учащимся из многодетных семей с 1 по 11 классы. Ранее такую поддержку получали с 1 по 5 классы. В Тверской школе номер 1 учатся дети из 89 многодетных семей. В этом году реестр начали формировать еще в апреле. Запрашивали у родителей мерки, параметры, обхват груди, талии, бедер и пожелания ростовое, потому что дети за лето вытягиваются, конечно. Рост давали с прибавлением. До начала нового учебного года форму получат те, кто попал в основной реестр. А до 14 сентября те, кто по каким-то причинам, например, смена учебного заведения, попали в дополнительный список. В случае, если семья поменяла место, в котором обучается ребенок, семье необходимо сообщить классному руководителю о том, что сменился факт обучения, место обучения. Соответственно, для того, чтобы не было задвоения, советуем семьям обратиться сразу к обоим классным руководителям. И там, где семья ранее училась, и там, где сейчас ребенок учится. В комплект для девочек входит жакет, юбка, три блузки, две белые и одна розовая. Для учащихся с 1 по 3 классы добавлены также жабо и сарафан. А с 4 по 5 классы вместо сарафана предусмотрен жилет. Наталья Дроздова – мама троих детей. Признается, что такая региональная поддержка – хорошее подспорье для многодетной семьи. Ее дочь Алиса в этом году пойдет во 2 класс. Выбрали юбку и блузку, и вот такой вот шикарный пиджачок. То есть можно комбинировать как сарафан, так и юбка. Я очень благодарна поддержке нашей области. На мой взгляд, это ощутимая поддержка. Мне очень нравится форма. Удобно в ней учиться? Да, мне удобно. Какие оценки будешь получать в такой-то форме? Пятерки. Только пятерки. Комплект формы для мальчиков состоит из галстука, трех рубашек, белой и двух голубых, пиджака и брюк. Мне очень форма понравилась. Она подходит по размерам. Еще она очень хорошего качества. 1 сентября пройду в новой форме. В каждом комплекте и для мальчиков, и для девочек есть значок с символикой Тверской области. Школьная форма изготавливается тверскими производителями и отвечает всем требованиям ГОСТа. С этого года также планируется выдавать бесплатную форму семьям со старшими детьми до достижения 23-летнего возраста при условии обучения в очном формате. Кроме того, по поручению губернатора Игоря Рудени, в перечень тех, кто может рассчитывать на такую поддержку, также включены опекунские и приемные семьи с тремя и более детьми.